Стрелков Гиркин о России и русских. Цитата. «Российская власть сейчас напоминает трехглавого змея Горыныча из мультфильма про Добрыню. Жирного, дряблого, давно разучившегося летать и плевать огнем. При этом, прямо сейчас, Горыныч сидит на ветке над пропастью, и под руководством правой головы, сосредоточенной усердно пилит ветку под собой. Левая голова в это же время во весь голос вопит. Люди добрые, посмотрите, что правый супостат творит. Он ведь всех нас погубит. Гад ползучий, на что правая голова изредка бурчит, что-то типа о проклятых иноагентах и гадких русских националистах, которых давно пора к ногтю. Средняя, главная координирующая голова, безвольно обвисла, молчит, да и вообще как-то нехорошо посинела и пованивает. В каждой шутке есть доля шутки, остальное правда. Посещайте наши выставки, вас ждет много сюрпризов, такого вы еще не видели нигде в мире. На наших выставках подбитой российской техники представлены экспонаты. Русский мародер, МТЛБ, нагруженный предметами, найденными на позициях российской армии, которые они украли из украинских домов. Фонтаны желаний бумеранги, наполненные снарядами, минами и бомбами, которые российская армия сбрасывала на украинские города и поселения. Посетители, подходя к фонтанам, загадывают желание, чтобы все содержимое фонтанов вернулось обратно на Россию и приумножилось в тысячи раз. Ландшафтный дизайн поля боя, троны войны и много другого. Приходите всей семьей, выставки проходят под открытым небом. Вместе мы непобедимы. Слава Украине!